Бонечка моя, привет. Степан, ты чего? Привет, мои зайки. Мама ваша такая счастливая и такая грустная. Вольер опустел один. Да, Степашечка. На, Степочка, иди сюда. На, моя злая зенщина, угощайся. Моя девочка, моя кошечка. Не хапай много. Кушай, моя кошуля. Кошуля моя. Дё. Стёпка, иди сюда. На, Стёпочка. Бери, Степан. Степашка. Моя зенщина злая. Злая зенщина. Ты видела там, как хорошо? Холосо, как Дуняшки и Маргошки. Степаныча. Степанёночек. Ой, Тихонёныш. Здравствуй, вы все тут. Санти переехал с Марго и Мирой пока в тот вольер. Вот. И мой чиган. Чиган мой. И ноготок отрастает. Кстати, вот корявый, но отрастает. Так что чиган весь наш с пальцами и с ногтями. Вот видите? Кривой чуть-чуть ноготь просто. Но все на месте пальчики. Все на месте. Так что цыган у нас тоже с ногтями. А, Дима, и сладкий Степашка. Хочешь инжир? Скоро свой летом будет инжир. Злая зенщина орехов хотела. Моя кошечка, моя Бонечка. Да, Дима, моя Бонечка. Боня сегодня добрая зенщина. Говорит, а то мама отдаст кому-нибудь буду, если злая. Тихонёныш. Тихонёнок, тихонёнок, давай мама тебе почешет. Почешет моего цыганёнка. Ой, да заходи, конечно, заходи сюда. Иди к маме под бочок садись. Степашка, Стёпка, ну почему започесать нельзя? Ну дай. Вот так, за ухом хотя бы. Стич, иди сюда, чё ты там жуёшь? Теперь тоннель дружбы у нас открыт. Всё время. Они хотят там. Ну, вот основная часть там. Кто-то здесь. Вот еще один цыган тут. Выходи, зайка. Просто еще не вечер, и они неактивные. Да, еще мы, скажи, спали. Стичулик, привет. Стичечка. Говорит, Лена, как ты их всех различаешь? Все они разные. Вот даже те, кто смотрит нас постоянно. Вот он, Леха, пришел. Все думали, мать тебя вчера отдала. А? Считали пальцы твои. Хотя он мордой похож с Марго. Похож. Вот он такой же. Светленькие брови у нас. Стичунь. Где он? Ушел обратно на колесо. Степан тут у нас. Да, Леха? Думали, цыган отдали. Вселена цыган отдала. Даже злая зенщина добрая сегодня. Хотя фурчала. Да, почелю? Ути моя умничка. Ой, все, хрюкать поела. Теперь хрюкать дальше начала. Да? Да. А что ты, мама, у тебя все в карманах? Давай, говорит, нам тут орехов. Орехов нам давай. А что с тобой случилось, злая женщина? Леха, трескал орехи. Там теперь покруче вас будут питаться, Дуняша да Маргоша. Ага. Ты видал, у них ужин вчера какой был? Ох ты, блин. Висни сусонные там были. Заходи, моя женщина, иди ко мне. Иди, моя женщина. Ай, ай, больно. Да, говорит, что у тебя там еще в карманах? Полные карманы, говорит. Так, полные карманы у мамы там орехов. Ня. Да что вы меня все нюхаете? Мои сладенькие. Все, ветер у нас такой дует. Дурацкий. Тучи облака, скази. Тихон. Стичунь. Ты что пришел? Финик не хочешь? Финик. Вкусный финик. А рыбка, стичечка. И радостно, и печально, скажи. Детишек отдавать и радостно, и печально.
Теперь эти разделились туда-сюда. Ну, вечером здесь был и зайка, вечером был и нос. Надо ночью их снять сегодня, если не буду спать. Просто они реально все ночью веселятся. Так что осталось у нас на данный момент 16 енотиков и носуха. Вот. И нос. 16 попускунов и нос. Ой, с мамой орехи пощипались. Кто там? Тихон. Ах, и морда у тебя интересная, а? Морда у Тихона этого интересная такая. А где Сандрюха нас? Жрёшь? Жру, говорит, вкусно, вкусно, очень вкусно. Ой, солнышко. Зорик этот, бузорик мой, любимый. Любимый бузорик тут. И злая женщина сегодня не злая, вообще женщина вот эта вот. Да, злая женщина совсем сегодня не злая. Ой, вкусненько как. Злая женщина, что с тобой сегодня приключилось? Что с моей злой женщиной? Где Зана? Где Зана? Где за эта злая женщина? Это точно ты? Котеночек мамин, солнышек. Тихонёнок. Мама так плакала, когда пальчик ему поранили. Где? Ну всё, холосо, скажи мама. Это чавкал прям. Чавкал, чавкал. Лёха, ты чё? На камеру учишься жевать? Да, на камеру жрут, знаешь, много денег получают.